Так, толстовка трикотажная, очень клевая. Такое в теплое время года может даже как самостоятельная единица работать как верхняя одежда. Трикотаж эластичный. Вот на таком флисе она. Такая теплушка. Карман, значит, нейлоновый. Рипстоп ткань так. Баллоневая. Кармашки молния. По низу утяжек нет. При желании можете сами вставить. Такая теплая. Очень, очень плотный трикотаж. Такой вовсе не худенький. Новая толстовка, защита подбородка, капюшончик, этикетки, тут комфорт написано. Я указываю всегда фактические замеры. И можно сравнить, потому что это Германия и отличаются от нашего размерного ряда. Вот, ВКонтакте группа «Спорт, туризм, одежда без границ», Авито профиль «Одежда без границ». Вот такие плоские швы. Это анатомический крой рукава, то есть это делается для износа стойкости, вы сгинаете руку. Фурнитура все рабочая. Повторюсь, что абсолютно... Вот такая курточка, толстовка с капюшончиком. Отличный вариант в зимнее время, как поддёва. Или вот весеннее-летнее время года. У кого какое лето, конечно. Фирма знаменитая, немецкий бренд профессиональной спортивной одежды.